Здравствуйте, друзья! С вами снова канал Школы Таро Альвиен. И сегодня у нас будет интересное онлайн-гадание на Таро Скрытой Реальности на такую тему. Нужны ли вы загаданному человеку? Это может быть как мужчина, так и женщина. Пол тут не важен. Загадывайте человека и спрашивайте, нужны ли вы ему. У нас будет 6 позиций по одной карте. И пока выкладываю карты, приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению, на ритуалы, на психологические консультации нужно написать мне в Viber, в WhatsApp или в личные сообщения ВКонтакте, также в Директ Инстаграм. Я вам обязательно отвечу, сообщу все свои условия консультации и цены. Мы с вами обязательно поработаем. Запись идет на завтра. Поэтому нет большой очереди: не переживайте я беру за день очень много людей, поэтому очереди большой нет. Итак, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая позиции. Нужны ли вы человеку, которого загадали? И начнем. Для тех, кто выбрал первую позицию, нужны ли вы человеку? Смотрите, как интересно. Вот я поворачивала, когда показывала эту колоду, да, поворачивала этой стороной как раз, вот этой картой. Она была на дне. Я протусовала колоду и доставала наугад, и вытащила первой эту же самую карту. Десятка пентаклей. Десятка Пентаклей ⁇ это хорошая карта. Она говорит о том, что человеку вы очень нужны. Он чувствует себя рядом с вами, как у Христа за пазухой. Стабильно, хорошо, тепло, уютно и приятно. Этот человек заинтересован в вас. Этот человек считает, что у вас могут получиться очень хорошие, серьезные, добротные отношения. Либо таковые вы можете продолжать. Этот человек явно в вас заинтересован. Скорее всего, есть большие чувства. И, естественно, по этой карте вы человеку очень-очень нужны. Вот такая позиция номер один. Позиция номер два. Нужны ли вы человеку, которого вы загадали? Королева чаш. Ну, по этой карте, конечно, нужны, но по этой карте также могу сказать, что это очень хороший секс и очень сильно такие крепкие дружеские отношения. То есть люди могли по этой карте еще не перейти в большую любовь, в желание брака, да, но они четко поняли, им хорошо друг с другом. Они прекрасно сочетаются, они в поселе очень хороши, да, даже если вы еще не занимались сексом, человек явно понимает, что вы в этом плане сочетаем, у вас есть страсть друг к другу. И очень много общего, о чем поговорить, чем вы увлекаетесь. Действительно есть, что обсудить с таким человеком, и это прекрасно. То есть вот я так считаю, по королеве чаш это не совсем начало, и не конец, и не кульминация, да, это середина развития отношений. И да, человеку вы здесь нужны, он испытывает влюбленность к вам, одухотворенность, отношения здесь тоже присутствуют, да, но еще пока нет вот такой прям огромной вселенской необъятной любви. Просто еще не дошло до этого. Но в любом случае человек понимает, что вы очень дороги ему, очень. Также карта показывает, возможно, возможно показывает, что человек очень нежно к вам относится и трепетно. Но опять же, она говорит о сильной сочетаемости характеров о том, что, знаете как, вот мне так с этим человеком хорошо, так приятно, я чувствую себя в своей тарелке, да. Раньше я никогда ни с кем так себя не чувствовал, то есть идет констатация факта. Раньше мне ни с кем так легко не было, вот именно легко по этой карте, королева кубков, легко, приятно и легко общаться. Ничего больше не нужно, никого больше не надо, надо только этого человека. Вот такая позиция номер два, она довольно легкая позиция. Позиция номер три. Нужны ли вы человеку на сегодняшний день? Пятерка мечей. Здесь человек несколько побаивается, скорее всего, отношений из-за прошлых ситуаций предательства. Может быть, даже между вами какая-то черная кошка пробежала. Сейчас человек немножечко недоверчиво, агрессивно к вам относится. Поэтому сказать: вот на данный момент, нужны ли вы ему не могу, потому что. Человек сам не понимает сейчас, да, он немножечко в таких разрозненных чувствах, переживаниях находится. Ему бы, может быть, хотелось вас обидеть, но он сам не понимает даже почему. Может быть, вы его чем-то подзадели, и хотелось бы тоже обидеть вот, но он себя может даже сконтролировать. Однако желание вот это внутреннее оно присутствует. Если же человек себя еще и не контролирует, вам надо, знаете как, сделать небольшую паузу. Ну, постараться не вовлекаться в какие-то конфликты с этим человеком. Под пятеркой мечей всегда лежат чувства. Всегда. Просто сейчас люди в острой фазе находятся, да, в какой-то притирке, в каких-то непонятных там ревностях или еще что-то. И эту надо острую фазу просто пройти. Вот такая позиция номер три. Четвертая позиция. Нужны ли вы человеку? <coughs> Рыцарь жезлов. Это человек, который наблюдает. Вот в этой колоде он наблюдает, наблюдает с большой страстью. Он заинтересован вами. Здесь скорее больше вы ему нужны, чем он вам. В любом случае здесь страсть присутствует, ревность. С одной стороны это страх заводить серьезные отношения, с другой стороны дикое желание это сделать желание быть рядом, быть вместе. Даже если между вами есть препятствия, и вы не вместе, человек за вами просто круглосуточно следит в социальных сетях. Он отслеживает все, там лайки, какие-то ваши передвижения. В жизни, если вы в отношениях сейчас находитесь, это тоже может быть такая придирчивость, ревность, чувство собственничества. Это еще не совсем серьезное отношение друг к другу, особенно к вам, да, но это в то же время большая заинтересованность, желание урвать свое, желание не отдавать никому, желание, чтобы никто не посягал на мою собственность. Здесь человек вот как будто трясущимися руками хватает вас за плечи и говорит, ну не уходи, пожалуйста, из моей жизни, я не хочу этого. Вот такая позиция номер четыре. Вы нужны здесь человеку однозначно, но он немножечко какой-то агрессивный, он немножечко какой-то ревнивый. Он немножечко как-то слишком привязывается к вам. Больше, чем это следовало бы. Вот так. Такая позиция. Позиция номер пять. Нужны ли вы человеку на сегодняшний день? Прям так, вот я рьяно перевернула двойку чаш, которая говорит, что нужны на 100%. Человек вас любит всей душой это вот та большая любовь, о которой я говорила выше, которой еще не было в королеве кубков, но которая родилась в двойке чаш да? Она говорит о том, что человек и платонический, и физический, и всякий, всякими способами привязан к вам, всей своей душой и телом. Человек хочет на вас жениться или выйти замуж, быть вместе, быть рядом всегда до самой смерти Никогда не отпускать Этот человек более того скорее всего в вас уверен, что вы испытываете примерно такие же чувства И никогда-никогда-никогда ваши пути не разойдутся Сколько бы лет не прошло и сколько бы времени Человек уверен, что ваши чувства не остынут друг к другу Вот здесь прям такие высокие энергии идут по карте карта говорит, человек вас любит, вот любит, любит, любит. Такая позиция номер пять. И шестая позиция. Нужны ли вы человеку на данный момент? Императрица. Императрица говорит, что нужны. Но при этом эта карта очень серьезная. Она всегда говорит о плодородии, о том, что есть совместные дети и семья, или будут в ближайшем будущем. Но также эта карта может говорить и о любовных треугольниках. То есть, возможно, человеку вы очень дороги, он хочет с вами именно серьезных отношений или состоит в серьезных отношениях, но как будто бы кто-то, чья-то тень, присутствует третьего, и этот третий заинтересован тоже в этом человеке. Однако человек заинтересован именно в вас и любит именно вас. Вот. Карта четко говорит о том, что вы самый важный человек в жизни этого цикадного человека. И то, что он в вас нуждается, это на 100% так вы средоточие его жизни, вы его энергия. То есть человек от вас постоянно берет много-много энергии. Он наполняется ей, питается ей и процветает за счет этой энергии. Вот. Причем у вас есть способность давать эту энергию, аккумулировать ее в себе. Возможно, вы донор, Донор от природы, да, и можете очень много давать энергии данному человеку. Он это чувствует, он питается этой энергией, счастлив от этой энергии. И да, у вас очень большая совместимость, и человек действительно в вас нуждается. Также, возможно, у человека были в прошлом психологические травмы, связанные с родителями, и данный человек сейчас видит в вас возможность эти травмы проработать и сделать свою жизнь. Вот даже если оборачиваться назад, вот проработать это прошлое другой, да, другой сделать свою жизнь за счет вашей энергии, за счет вас. Показать самому себе через ваши отношения что-то доброе, хорошее и светлое, чего раньше не было. Вот такие у нас были шесть позиций. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению и на ритуалы. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк этому видео, пишите комментарии и до новых встреч!